Илья Фуфырин, спасибо большое за донат. Внеочередной, говорится, кавер так кавер. Я даже в наушниках послушаю. Ну, визуальная составляющая уже абсолютно восхищает. Век за веком, год за годом, защищая мир от бед. Вечность сотни душ уходят. Это реально он поет или он просто кривляется под чью-то чужую запись? Вечность дай ответ живущим, в чем бы смысл тепла. Мистер Put In, спасибо большое за донат. Мяк-замяк. HTTPS двоеточие. Спасибо большое за донат. Почему у него типа звук более-менее нормальный, но картинка просто жесть? Но миру сложно лучше стать, людям черных дней не знать. Ну, типа там есть задатки какие-то в плане вокала. Май, да, вот реально не совпадает, не синхрон. Сейчас я это гляну. Чтоб каждый мог понять. А, может быть, у меня здесь включен... Что я... Так, типа. Я молюсь о нас с тобой. Я мочусь на нас с тобой. Прошу прощения. Мяк. Мяк. И тут мы поняли, что да, это он. Небо слышишь, мы устали. Жечь сердца вражды огнем. Харш отстойно звучит, вибрато классный он делает. Ты в любви подхватит ветер, прах развеет на века. Пусть будет вечно лишь одна. Нам. Но миру сложно лучше стать, людям черных дней не знать, и к небу пусть долетит крик мой, чтоб каждый мог понять, чтоб каждый мог понять, что я. Я молюсь о нас с тобой. Пожух. В режим ожидания перешел. Песня посвящается этой самой жареной курочке. Да, миру сложно лучше стать, людям черных дней не знать, и к небу пусть долетит крик мой. Че вы троллите? Чел под дождем видео снимал, понять, старался для вас. Чтоб каждый мог понять, что я. Я молюсь о нас с тобой. Ну еще раз, у него очень клевые вибрато, у него очень...
странный харш. Я не понимаю, как он до сих пор так и поет. У него плохие верха. Ну, то есть, еще раз, тут явно есть задатки какого-то таланта, в отличие там от Сокола. Ну, это, конечно, довольно странно так выглядит, все потешно немного, но в целом... Смуля. В целом что-то есть даже. Я мочусь на нас с тобой. Все, ладно, хватит.